Євгенія Пишняк, дизайнер. В цьому році отримала звання консула культури і мистецтв Миколаївщини. У одному з оздоровчих таборів області відкрила свою дизайн-студію. Ділиться творчим потенціалом із дітками. Сьогодні покаже майстер-клас із виготовлення аксесуарів для шкільної форми. Так, і кажемо доброго ранку нашим ранковим гостям. Євгенія сьогодні прийшла не сама, зі своєю маленькою помічницею Надін. Доброго ранку вам. Доброе утро. Ну, спочатку хочу спитати, як у вас настрій? Поділіться, бо літо, серпень, останній місяць літа. Який у вас взагалі настрій? Ну, настроєння безумно класне, в тисячу раз, не знаю, очень сонячне. В цьому році дуже багато класних мероприятий прошло и вообще очень успешных моментов. В этом году я открываю свою дизайн-студию Artway. И витаем у вас, да, спасибо большое. Очень надеюсь, для деток. Кстати, не просто это дизайн-студия, а именно для деток. Для того, чтобы все-таки приучать детей к эстетичному вихованию. Очень хочется внести. И будем не только дивитися майстер-классы у эфира, а еще и можно будет приходить и от вас отримати цей ваш заряд, вот, знаете, творчий заряд для деток. Отже, да. Что нам потрібно? Что мы сегодня будем делать для шкільної форми? Сегодня что мы будем делать? Мы будем делать бантики. Бантики. Все-таки бантики. Для девчаток. Да. Для девчаток. Да. Ну, да. В общем, столкнулись с тем, что у каждой школы есть своя форма. Угу. И на самом деле очень сложно найти аксессуары, подобрать. Поэтому мы пошли с Надюшей в магазин, подобрали под цвет нашей школьной формы ленточки, угу, и решили сделать аксессуары. Можно делать заколки, ну вот у нас на голове. Так. Тоже заколка, ну, тут под платье нам, да, мы, угу, делали. Можно делать заколочки, можно делать резиночки и можно делать такие мини-галстучки. Галстуки, которые можно вешать, ну, на серединку блузочки, либо на бочок. То есть кроватки, це, до речі, ну, зараз, у 21 столітті, от у дітлахів, ну, дівчат дуже часто бачать, бо це такий дуже модний аксесуар, всі люблять, да, всі бігають, шукають і інколи не можеш знайти те, що тобі потрібно. А сьогодні, ну, ми можемо зробити давайте саме сьогодні, так, да, от, і зробимо кроватку. Возьмем за основу белую ленту, большую, 5 сантиметров шириной. Складываем ее таким образом. Так. Берем иголочку. Абсолютно ничего сложного. Мы пробовали уже с детьми такое делать, и дети 10 лет прекрасно справляются, и очень крутые вещи у них появляются, ну, получаются. Тобто матусі, які зараз дивляться, можуть не просто сидіти, боже, коли ж я це буду робити, коли я цим буду займатися. Це можна зробити з дітлахами на вихідних, щоб не втрачати час, это, так? Да, і да, побути з дітками. За вечірнім чашкою чая, сидя, можна зробити дуже просто. Видите, просто робимо намітку посерединки, угу, так, і стягуємо. Тобто, і виходить, вже образується у нас бант. Угу. Вот. Закріпляємо його. Вот. И прошиваем. И так прошиваем. Угу. Вообще можно, конечно, все проклеить, используя термоклей, но, как показывает практика, все-таки нити прочнее и надежнее, потому что, угу, ну, в некоторых случаях бывает, термоклей не выдерживает и все-таки расклеивается. Лічені секунди, у нас уже готова, такий бантик готовий, так швидко, Євгенія, все виходить. Так. Ну, мы заранее сделали некоторые заготовки, вот, пожалуйста, угу, смотрите, вот такой бантик. Вот. Теперь при помощи таких же лент, только другого, угу, размера, здесь 4 сантиметра лента, здесь по 2,5, угу, да, ну, чтобы не тратить время. И тоже тут уже начинаем декорировать, что нравится. Можно использовать маленькие бантики, можно использовать большие, но, угу, мы решили сделать вот так, подложечку большой, потом чуть меньше и меньше, да? Угу. Так, я разумею, это мы делаем для Надин, так? Да, для я делаю, да, да, для школы, и вот сейчас мы сделаем. Надина, ну поделайся, какие ты любишь, какого кольору, можливо, ты любишь кроватки, бантики себе убрать для школы, как взагалі збираешься? Я думаю, что лучше брать бордовый, потому что у нас школьная форма под бордовый, и на самом деле идет больше бордовый, mm-hmm, в школу. А любишь взагалі от себе якось прикрашати, так, от зранку там кажеш, мам, от хочу сьогодні, наприклад, у волосся ось таку квіточку там чи бантик? Да, я даже иногда сама беру и заколку, и сама себе ну, волосы чепляю. Да, она сейчас у нас более такая самостоятельная, прически, mm-hmm, уже сама делает, но иногда у нас выходят такие стычки утренние, потому как, ну, говорим о том, что это слишком красивое для школы, давай не сегодня. Сейчас ситуация бывает.
А взагалі готова вже до школи? Хочеш вже? Хочеш побачити однокласників? Да. Так? За ким більше всіх сумуєш? За подружками більше. За подружками, так? Ну, нічого, ще трошки залишилось, ще місяць, і Надін вже побачить своїх подружок. Так, а Євгенія вже майже готовий. Да. Бантик. Протягуємо, сложновато чого-то. Так, я розумію, оце буде дія для матусь, щоб дітки таке не зроблять, так? Так, да, лучше прошить, пусть мама прошить, пусть маленькі прошить. Маленькие бантики, а родители уже закрепят, потому что, ну, все-таки прочность, это приятно. Не так, чтобы ребенок пошел и потом все рассыпалось по дороге. Потому что, ну... Слухайте, хочется от вас, как от дизайнера, почути поради. Ось, например, если форма синя або зелена, чи варто обов'язково підбирати от в тон кольору форми такий самий аксесуар? Чи, можливо, яким саме кольором краще розбавити? Ну, на самом деле, да. Лучше подбирать, конечно, в тон. Потому как белые рубашки у нас никто не отменял. И любой цвет абсолютно, пусть это будет и синий, и зеленый, он прекрасно будет смотреться на белом. И отделить именно этим цветом, то есть ну, сразу подчеркивается форма. Ну, один выдержанный стиль, скажем так, а не так. Хотя можно и разбавить, но вот если вы видите, у нас здесь получается более темное, более светлое. Вот таким вот полутонами тоже можно разбавлять. Это тоже очень красиво смотрится, но кардинально менять, допустим, там цвет зеленый и поставить что-то красное, то я думаю, не стоит, это не очень красиво, не эстетично. Ну вот, у нас получился вот, такой бантик. Да. Краса неймовірна, я зараз розверну, щоб наші глядачі краще побачили, ось дивіться. Да. Краса... І це ще не зовсім готове, так? Це не зовсім, да, конец. Так, ми що у нас ще? Тепер ми будемо просто украшати, так як у нас біла лента верхня, содержить золотые такі, золотую нить. Ми так, взяли... Надін вже бере собі теж так аксесуарчик, чим прикрашати. Ми взяли золоті цвіточки, які у нас залишились. Не помню, ось сумочки, по-моєму. Зараз покажу нашим глядачам, да, як це буде виглядати. Не обов'язково покупати спеціально. Це старе, в общем, старі сумки залишилось у нас. І ми її не вибросили, а сохранили. Так, і ми, використовує клей, декорируємо. Ну і, звісно ж, поставимо бусинку, да, Надюш? Да. Поставимо? Ось так ось. Є ось така спільна робота мами та доньки, робить красу. Аксесуарчик, яким можна буде розбавити ту нудну шкільну форму. Ну, знаєте, скажу так, бо часто діти кажуть, ну не хочу я вдягати, ну як всі однакові ходимо. А так будете не одинакові. Так, ну чекаємо, поки воно підсохне. Для заготовочки ми використовуємо для, господи, для кроватки. Ми використовуємо таку заготовочку. И используем кусочек фетра белого, потому как у нас нижний слой, это белый, значит белую лучше под ложечку использовать. И тоже ее приклеим. Мы приклеим и потом на сначала приклеим на подложечку. Сюда. Ну, це все легко знайти в якихось декоративних, ну, таких магазинчиках. Це один поход просто в магазин рукоділля. І все, приходите, можна з собою взяти либо юбку, либо, ну, кусочок, допустим, ткани, який цвіт вам нужен, да, тому що, ну, часто, щоб совпав в тон все-таки. А вот. Приблизно, у який кошторис це буде, тому що, ну, часто, знаєте, думаю, та легше купити, воно одне і те саме виходить. У нас це вийшло 20 гривень. 20 гривень? Так. Да. А чи дізнавались, можливо, ціни десь в магазинах, скільки таке буде коштувати? Ну, різницю, яку просто почути хочеться. Якщо обычний бантик, ну, самый обычный, он стоит в пределах 50 гривен. То есть это, ну, самый дешевый, скажем так. Нет, есть обычные белые-белые банты, но если мы говорим про галстук, то он стоит, ну, 75-100 и дальше. Тобто різниця відчутна, ось за просто за лічені хвилини, всього за 20 гривень можна зробити неймовірної краси таку кроватку для дитини, щоб і аксесуари, вона хотіла ходити в школу просто для того, ну, і вчитися, і показати цю красу. Ось зараз я покажу нашим глядачам, що вийшло, дивіться. Просто неймовірно. Да, і на білій рубашечці буде смотреться очень класно.